Zazen is a family-owned resort. Zazen – это фамильный резорт с одноименным рестораном, который широко известен на острове Самуи. Только вдумайтесь, первые бунгало будущего Зазена были построены около 30 лет назад. Первые туристы, точнее сказать, первые бэкпекеры, оставались здесь ночевать за 90 бат в сутки. Год за годом Зазен развивался, обустраивался и переходил на качественно иной уровень. Собственно, что вы можете наблюдать сегодня? Это уникальный резорт с прекрасным видом, высоким сервисом и восхитительным рестораном. Концепция меню нашего ресторана имеет две составляющие. Это средиземноморская и тайская кухни. Наш шеф-повар Стефан Картан родом с юга Франции. Он предлагает, я бы так сказал, адаптированную средиземноморскую кухню. Адаптированную именно под местные продукты и компоненты. О чем бы ни шла речь, рыба, мясо или вегетарианское меню, все имеет уникальную рецептуру. Кроме того, как я уже сказал, мы готовы предложить нашим гостям обширный ассортимент тайских блюд, как традиционных, так и эксклюзивных. Нет смысла обозначать какие-то отдельные позиции меню в виде моих рекомендаций. Предпочитания людей очень разнятся. Тем не менее, могу с полной уверенностью сказать, что Стефан настоящий творец, который умеет удивлять. Винная карта Зазена имеет свыше 350 позиций вин со всего мира. Вот уже третий год подряд TripAdvisor отмечает наградными сертификатами наши заслуги в вопросе качества и выбора винной продукции. Мы предлагаем очень редкие вина Австрии, Ливана, Италии, Чили и Франции, которые невозможно найти на острове Самуи. Это действительно эксклюзивная продукция. Will be very happy to welcome you here in Zazen.